Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусную, сочную мясную запеканку с капустой. Простой и вкусный вариант ужина или обеда. Капусту режем либо кубиком, либо соломкой, кому как больше нравится. Морковь натираем на крупной терке. Филе индейки пропускаем через мясорубку. В фаршу добавляем соль по вкусу и натертую морковь. Перемешиваем. Затем добавляем капусту и хорошо размешиваем все ингредиенты между собой. В конце добавляем молоко и еще раз размешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем в фарш с овощами. Разравниваем. Ставим запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Пока запеканка готовится, натираем сыр на крупной терке. Спустя 50 минут достаем запеканку. Сверху посыпаем натертым сыром и ставим в духовку еще на 10 минут. Мясная запеканка с капустой готова. Разрезаем и подаем к столу. Запеканка получается очень сочная, легкая, а главное очень вкусная. Простой и вкусный рецепт ужина или обеда. Попробуйте приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!